Витаминизация семьи к зиме. Взяли листья шпината, салата, петрушку. Какие нравятся, кинзу. Положили в блендер, помыли сначала, конечно. Добавили воду комнатной температуры. Перекрутили, процедили через ситечко. И получили зеленый коктейль, вот такой прекрасный. Хлорофилл. Полезен для крови, убирает бактерии, пищеварение, полный набор витаминов в этом стаканчике. Так вот делаем, пьем зелень. Проще пить, чем есть ее, жевать как корова. Просто выпить и все.